знаем только для того, чтобы этой нации прикрывать дыры, то есть сделать из какой-то нации пушечное мясо на самом деле. И когда они говорят о каком-то благе нации, на самом деле они хотят использовать эту политику национальную, чтобы отправить всех на войну и всех там убили, чтобы ободрать всех, обмануть и сделать одно большое кладбище. Это факт, я не шучу, это так на самом деле. Так на самом деле происходит, и факты говорят прямо об этом. То есть это не какие-то догадки, там что-то еще. Конкретные факты. И в мире существует очень множество фактов. И первое...